редких, редких патологий мы переходим к одной из наиболее частых локализаций. Это рак молочной железы, изменения в классификации, новые нозологические формы, докладывает Яна Владимировна Вишневская. Пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги, которые нашли время в этот субботний день поучаствовать в нашем форуме. В мультидисциплинарной команде, которая занимается опухолями молочной железы и прежде всего раком молочной железы, роль морфолога, наверное, трудно переоценить, поскольку достаточно много информации, которая определяет тактику лечения и прогноз, клиницисты получают от морфолога. Мы сообщаем им те базовые морфологические данные, которые заложены в классификацию ТНМ, такие как количество лимфоузлов, размеры, локализация, прорастание опухоли, состояние регионарной клетчатки и отдаленные метастазы. Но, тем не менее, эти базовые параметры, они тоже в ряде случаев подвергаются коррекции и различным вариантам уточнения. А также мы даем информацию о биологических свойствах опухоли, включающих гистологический подтип, степень злокачественности, наличие стромы и прежде всего перитуморально-сосудистой инвазии и туморно-инфильтрирующих лимфоцитов. Также мы определяем суррогатный молекулярный подтип и участвуем в поиске тех мишеней, которые могут оказать влияние на лечебную таргетную терапию. В последнем пересмотре AGCC в 2018 году были внесены изменения, касающиеся стадирования рака молочной железы, и они были поделены, стадирование было поделено на анатомическое стадирование, которое базируется исключительно на ТНМ-классификации, и прогностическое стадирование, которое, кроме анатомической оценки, включает степень злокачественности и статус биологических маркеров рецепторов эстрогенов, прогестерона и HER2 статус. В гистологической классификации ВОЗ, вышедшей в 2019 году, определены те базовые основные морфологические показатели, которые необходимо учитывать в гистологическом протоколе. Это гистологический подтип опухоли, это степень злокачественности по Ноттингемской грейдинг-системе, это наличие или отсутствие перитуморальной ангиолимфатической инвазии, это ассоциированный инситу компонент, также необходимо указывать размер опухоли, расстояние до краев резекции и освещать лимфоидную инфильтрацию, которую мы сейчас оцениваем как туморно-инфильтрирующие лимфоциты. Гистологические типы опухоли делятся на две больших категории. Это специфические гистологические подтипы, в которых определяется 90 и более структур, каких-то определенных структур, лобулярных, муцинозных, табулярных, и неспецифический тип опухоли, где нет определенной специфики или включаются опухоли со смешанным строением. Конечно, эта группа более большая и более разнообразная, чем опухоли со специфическим гистологическим типом. Но какие же изменения внесены в последней классификации в так называемый НСТ неспецифический тип опухоли? Сюда, в эту рубрику, были отнесены опухоли, которые раньше мы относили к медулярному типу рака. Теперь они расцениваются как неспецифический тип с медулярными признаками, а также группа опухолей, которая была в отдельной рубрике, но сейчас мы рассматриваем их как вариант НСТ, но с определенным паттерном. Это богатые липидами опухоли,
Это богатые гликогеном опухоли, онкоцитарные опухоли и себациозные опухоли. Рак НСТ с медулярно-патерманом. Зачем понадобилось объединять это все под единым термином и уходить в неспецифический тип? Ну, известно, что диагностика медулярного рака всегда была несколько неопределенной, критерии были, в общем-то, не очень четкие, поэтому группы опухолей, которые мы относили к медулярной карциноме, к атипичной медулярной карциноме и инвазивной карциноме неспецифического типа с медулярной дифференцировкой, они были отнесены в карциному с медулярными признаками. Также базовым явилось то, что эти опухоли имели общие характеристики иммунного микроокружения, наличие базальной экспрессии и ассоциацию с BRCA1 мутацией. Долговая карцинома инситу практически не претерпела значительных изменений. Это вторая по частоте встречаемости опухоль. И сейчас мы в своей рутинной практике для выделения этой нозологии используем маркер Е-катехирин. В дольковом раке происходит потеря этого маркера. И для чего все-таки в ряде случаев стоит отличать дольковую карциному от неспецифической или протоковой карциномы? В ряде случаев дольковая карцинома обладает химиорезистентными характеристиками, и тогда наши клиницисты вынуждены использовать какие-то другие варианты лечения при дольковой карциноме. И еще изменения. Дольковая карцинома инситу удалена из классификации ТНМ в качестве злокачественной опухоли, а рассматривается как доброкачественное образование с риском развития карциномы в будущем. К специфическим гистологическим типам в эту рубрику внесены следующие нозологические единицы. Это муцинозная цистаденокарцинома и толл-селл-карцинома с неравномерным распределением ядер, а также достаточно четко описаны нейроэндокринные варианты опухоли и внесен новый вариант – это крупноклеточный нейроэндокринный рак. Муцинозная цистаденокарцинома – достаточно редко встречающаяся инвазивная карцинома, которая характеризуется кистозными структурами, стенки которых выстланы высокими столбчатыми клетками с обильным внутри цитоплазматическим слизеобразованием. Зачастую эти клетки формируют сосочки и напоминают панкреобилиарную карциному или муцинозную цистаденокарциному яичников. Толл-селл карцинома из высоких клеток с обратной ядерной полярностью, тоже достаточно редко встречающаяся опухоль, которая представлена высокими столбчатыми клетками с обильной эозинофильной цитоплазмой и формирует такие сосочковоподобные структуры. В большом проценте случаев она характеризуется мутациями фермента IDH2 в горячих точках и мутации PI3K. Нейроэндокринные опухоли, об этом уже рассказывала Вера Владимировна, но все-таки позволю себе добавить некоторую информацию по поводу нейроэндокринных опухолей молочной железы. Истинные первичные нейроэндокринные опухоли в молочной железе встречаются редко. Гораздо чаще встречается нейроэндокринная дифференцировка. Особенно часто ее можно наблюдать в инвазивной муцинозной карциноме в гиперклеточном варианте и в солидной папиллярной карциноме. Достаточно часто участки, где выражена нейроэндокринная дифференцировка, сочетаются с обычной карциномой НСТ. И мы встречались с такими вариантами, когда вот этот клон клеток, именно нейроэндокринных клеток, дает дальше
прогрессирования в виде метастатических узлов в разных органах. Если, значит, сейчас выделяют нейроэндокринные опухоли НОС G1 и G2 и нейроэндокринную карциному, также НОС, мелкий и крупноклеточный вариант. Если опухоль в молочной железе высокодифференцированная, похожая на карциноидную опухоль, тогда следует также думать о метастатическом поражении и исключить его для дальнейшего понимания процесса. Степень злокачественности – это тот параметр, который мы используем в рутинной практике, и такие его разделы, как образование канальцево-железистых структур и ядерный полиморфизм, не претерпели значительных изменений, а вот то, что рекомендуется в новой классификации – это изменение подсчета митозов. Если раньше мы считали количество митозов в 10 полях зрения, то теперь предложено осуществлять подсчет митозов на площади в 2 квадратных миллиметрах. Для чего это делается? Для того, чтобы стандартизировать истинную область, в которой мы видим фигуры деления или митозы. И прежде всего это связано с тем, что разные микроскопы имеют разную высокую мощность полей зрения, а также это удобно считать, когда мы для диагностики используем цифровые системы. В классификации ВОЗ последней есть таблица для удобства подсчета митозов, которая определяется в зависимости от диаметра поля зрения микроскопа. То, что касается размеров опухоли и распространенности первичной опухоли. Инвазивный размер опухоли рекомендуется измерять учитывать наибольший размер опухоли и не учитывать более мелкие сателлитные узлы и отсевы, поскольку они не добавляют значимой информации в понимание об объеме опухоли, расположенной в молочной железе. Также предложено более корректно использовать оценку микроинвазивного компонента. Считается она от стенки протока и шаг, по которому мы считаем, равен 1 мм. Опухоли, в которых инвазивный компонент менее 1 мм, классифицируются как Т1МИ. Опухоли больше 1 мм, но менее 2 мм, должны быть округлены до 2 мм и классифицироваться как ПТ1А. Наличие перитуморальной ангиолимфатической инвазии – это тот момент, который не всегда можно встретить в морфологических протоколах, а тем не менее он является важным, поскольку определяет риск развития местного рецидива и метастазов. Но здесь есть опасность, когда группу клеток в неком пространстве можно принять за раковый эмбол, но это не является истинным эмболом, а возможно связано с ретракцией ткани. В таких случаях рекомендуется проводить иммуногистохимическое исследование, которое нам позволит выявить стенку сосуда лимфатического или кровеносного. Края резекции – это оценка краев резекции в первую очередь связана с оценкой радикальности операции. Операционный материал, поступивший в отделение, необходимо окрашивать с помощью маркировочного красителя. Окрашиваются или ближайшие края резекции, или если это, допустим, радикальная резекция и небольшой сектор, то все края резекции. Желательно использовать маркировочные красители разного цвета, которые будут хорошо видны в гистологическом препарате. Радикальным удалением считается ситуация, когда отсутствует краситель на опухолевой ткани. Туморно-инфильтрирующие лимфоциты – это тот раздел, который достаточно подробно прописан в новой классификации.
И вообще микроокружение – это достаточно модная тема, не только для рака молочной железы, поскольку опухоли, инфильтрирующие лимфоциты, отвечают за формирование адаптивного иммунного ответа и влияют на рост опухоли. Для молочной железы ТИЛ является важным прогностическим фактором для HER2-позитивного и трижды негативного вариантов рака молочной железы. Роль при люминальных подтипах остается недостаточно изученной. Определение ТИЛ становится все более актуальным вопросом также в свете новых возможностей иммунотерапии, особенно на поздних стадиях рака молочной железы. Уровень стромальных ТИЛ больше 60% коррелирует с хорошим ответом на неоадъювантную химиотерапию, с увеличением частоты патологических полной ремиссии при всех молекулярных подтипах рака молочной железы и с повышенной общей выживаемостью для больных с диссеминированным HER2-положительным и трижды негативным вариантами рака молочной железы. У стромальных, для оценки ТИЛ мы используем, как правило, те лимфоциты, которые расположены в строме. У стромальных ТИЛ предиктивная и прогностическая ценность лучше, чем у интратуморальных, и они более воспроизводимы между исследователями. Стромальные ТИЛ локализованы в строме между клетками и не контактируют непосредственно с клетками рака. Учитывается процент площади, занимаемой мононуклеарными воспалительными клетками от общей внутриопухолевой области стромы. Также важным и перспективным направлением является определение субпопуляции ТИЛ в раке молочной железы. В лимфоидный инфильтрат в основном входят CD8 цитотоксические Т-клетки, CD4 хелперные Т-клетки, а также регуляторные Т-клетки и различные популяции Б-клеток. Ну и есть уже оценка субпопуляционных ТИЛ, которые коррелируют с хорошим и плохим прогнозом. Так, в опухолях, где преобладают CD8 цитотоксические Т-лимфоциты, разные варианты хелперов и дендритные клетки, прогноз, как правило, более благоприятный. В опухолях с плохим прогнозом преобладают Т-регуляторные клетки, включая комбинацию CD4 плюс CD25 плюс FOXP3 и макрофаги второго типа. Надо ли определять ТИЛ в резидуальной опухоли? В общем-то, такие рекомендации тоже существуют. Определяются они в участках, где есть остатки жизнеспособной опухоли, и определяются также точно, как в первичной опухоли. Для чего это мы делаем? Цитотоксическое лечение, химиотерапия, лучевая терапия, она может приводить в действие противоопухолевый иммунный ответ, направленный на более широкий спектр антигенов рака молочной железы и, соответственно, на контроль популяции гетерогенных злокачественных клеток, часто присутствующих в крупных первичных опухолях и метастазах. Степень ТИЛ также является прогностическим фактором лучшей местной реакции на неоадъювантное лечение и прогностическим фактором для контроля заболевания. Высокий уровень ТИЛ или, что еще лучше, это увеличение ТИЛ в остаточной опухоли коррелирует с увеличением бессобытийной и общей выживаемости. Теперь несколько слов о метастазах. Мы показатель поражения лимфатических узлов или нет является стадиообразующим, но кроме этого мы учитываем размеры опухоли в лимфоузле. Так вот, размеры метастаза необходимо, при измерении размера метастаза необходимо учитывать наибольший пул клеток или сливающиеся группы клеток, а расположенные рядом сателлиты или изолированные опухолевые клетки
клетки не учитывать, поскольку они не добавляют достаточной информации о поражении лимфоузла. В категорию М, категория М рубрифицируется на CM0, CM1 и PM1. При этом PM0 не является допустимой категорией, а CM1, то есть наличие метастаза при подтверждении морфологическом наличия метастатического поражения в том или ином органе, может перейти в рубрику PM1. На сегодняшний день в первую очередь определяют наличие или отсутствие поражения сторожевого лимфоузла или группы сторожевых лимфоузлов. Для этого во время операции удаляется блок клетчатки с сторожевыми лимфоузлами или отдельно лимфатические узлы, каждый из которых должен быть полностью обследован, исследован при срочном исследовании. Каждый лимфатический узел режется серией параллельных разрезов на пластинке, и каждая пластинка обязательно изучается во время срочного исследования и затем в плановом порядке. При отсутствии поражения или минимальном поражении сторожевых лимфоузлов клиницисты обычно не удаляют регионарную клетчатку, что является, что способствует хорошему клиническому заживлению и уменьшению осложнений со стороны руки на со стороны поражения со стороны руки. Какова же точность этого исследования? Ну, бывают, конечно, ложно отрицательные случаи, но они составляют не более 5%. При этом диагностическая ценность опухоли, которая менее 5 сантиметров, достигает в ряде случаев 100%. При оценке аксиллярных лимфатических узлов надо оценивать не только общее количество удаленных лимфатических узлов и пораженных лимфатических узлов, а также объем поражения, который может быть минимальным в виде изолированных опухолевых клеток, и которые, в общем-то, ряд специалистов не считают клинически значимыми, до макрометастазов с субтотальным или тотальным замещением и экстранодальным распространением, что требует и в ряде случаев лучевого воздействия на зону подмышечной клетчатки. Гетерогенность опухоли – это очень важный аспект. Мы все прекрасно знаем, что рак молочной железы, особенно опухоли больших размеров, имеют в своем составе разные пулы клеток, различают гистологическую или фенотипическую гетерогенность, включающую разнообразие гистологических вариантов, смешанные составы опухоли по клеткам, а также гетерогенность, связанную с различной степенью злокачественности. Пространственная гетерогенность включает в себя достаточно большое разнообразие стромальных изменений, а также туморинфильтрирующих лимфоцитов и неоваскуляризацию. Очень важным является временная гетерогенность опухоли, связанная с прогрессированием в виде рецидива или метастазов. И вот временная гетерогенность показана достаточно хорошо на этой схеме. Эту картинку часто используют морфологи в своих презентациях. И здесь четко видно, как из первичной раковой клетки возникают новые клоны, подверженные мутациям, возникают новые клоны, которые, увеличиваясь в объеме, могут проникать в кровеносное русло, обладают определенной тропностью к разным органам, и по этой причине мы можем в метастатических узлах видеть уже другой клон клеток, который требует другого терапевтического подхода.
Иммунофенотипическая гетерогенность связана с обилием суррогатных молекулярных подтипов, а также с тем, что мы можем наблюдать клетки, иммунофенотипически отличающиеся друг от друга в пределах одной опухоли. И наше исследование, которое мы проводим, иммуногистохимическое исследование по определению рецепторов эстрогенов прогестерона HER2 и KI-67, оно полуколичественное. Мы оцениваем процент клеток, которые экспрессируют данный маркер, и степень окраски данных опухолей, и выводим некий суррогатный молекулярный подтип. При этом помним, что те клетки, которые являются выражены в меньшем количестве, они тоже должны быть учитаны при назначении определенной терапии. Ну и вот проиллюстрировать эту гетерогенность я хочу вот этим слайдом. Здесь мы видим одну и ту же опухоль, в которой в данном случае рецепторы эстрогена распределены неравномерно. Есть участки, где максимальная оценка будет произведена на 8 баллов по Олроду, а есть участки, где этих клеток практически нет. В связи с этим необходимо для первичной диагностики, для получения адекватного объема биопсированного материала забирать 3-5, а лучше больше, количество образцов, утонувших в формалине. Было проведено исследование, в котором показано, что мультифокальная биопсия из разных участков опухоли обладает низкой достаточно вариабельностью в 27%, когда исследовался только один образец, 80% это когда 5 образцов и 90% когда исследовалось 8 образцов. Для опухоли молочной железы гетерогенность менее выражена для рецепторов эстрогенов, более выражена для рецепторов прогестерона, KI-67 и HER2. Считается, что лечение надо начинать в соответствии с доминирующим клоном, но однако, если меньшая часть опухоли более агрессивна, то это тоже должно быть учитано при назначении терапии. Для рецидивной опухоли свойственна клональная эволюция. Так было показано, что 10% первичных эстроген-позитивных опухолей и 26% первичных прогестерон-позитивных опухолей в рецидивных опухолях показывают негативный статус по рецепторам. Как же все это соотносится с терапией? Ну, когда назначается какое-то системное лечение, то всегда есть мишень для воздействия препаратов, и препарат поступает в клетки, должен поступать в клетки в достаточной концентрации. Но здесь могут возникать препятствия, с которым, в виде микроокружения, продукции факторов роста и других, с которыми тоже приходится бороться при назначении химиотерапии, оценке лечебного эффекта. Внутриопухолевая гетерогенность влияет на формирование лекарственной резистенции. И известно, что химиотерапия обладает мутагенным эффектом и может приводить к возникновению новых клеточных популяций, резистентных к данному виду химиотерапии. Также резистентность может быть обусловлена наличием множества субклонов с отбором устойчивых линий в процессе лекарственного лечения. Для того, чтобы лучше бороться с редко встречающимися, а иногда и часто встречающимися опухолями, осуществляется поиск новых таргетных мишеней. И для этого сегодня мы в своей практике делаем анализы на PD-L1 для трижды негативного рака, PI3K для гормонопозитивного HER2 негативного рака, НТРК для секреторного рака, которые влекут за собой ряд таргетных воздействий.
И, в общем-то, заключительная часть моего доклада посвящена лечебному патоморфозу опухоли. Но прежде чем перейти к оценке лечебного патоморфоза, я хочу отметить, что на сегодняшний день при достаточно большом выборе химиотерапевтических препаратов ряд опухолей, особенно агрессивные опухоли, такие как трижды негативные и HER2-позитивные раки, они достаточно часто хорошо отвечают на опухолевой процесс, и в ряде случаев морфологу достаточно сложно найти опухоль, где она локализовалась. Мы можем видеть какие-то тонкие тяжи, которые можно спутать с прослойками ткани молочной железы, или какие-то не очень четкие участки уплотнения, которые тоже не всегда идентифицируются как ложа остаточной опухоли. В связи с этим, конечно, очень приятно, когда морфолог в таких случаях находит в участке молочной железы, где локализовалась опухоль, клипсу, металлическую клипсу, а в ряде случаев необходимо клипирование и пораженных лимфатических узлов. Для оценки лечебного патоморфоза на сегодняшний день используется классификация RCB, Residual Cancer Burden, разработанная в 2015 году с авторами MD Anderson. И при этой схеме осуществляется оценка четырех параметров: ложа, размеры ложа удаленной опухоли, остаточной опухоли в двух измерениях, клеточность остаточной опухоли по Миллер-Пейн, число лимфатических узлов с метастазами и наибольший размер метастазы. Эти параметры подставляются в окошке в калькуляторе, который можно свободно уточнить на сайте MD Anderson. И нажимая кнопку «Калькулятор», мы получаем индекс RCB. В зависимости от индекса RCB мы оцениваем класс RCB. И этот класс RCB связан с как с оценкой лечебного эффекта, так и с прогнозом. Надо ли определять эти наши традиционные параметры эстрогена, прогестерон, HER2K67 в остаточной области? Да, конечно, при наличии жизнеспособных опухолевых клеток, поскольку тогда мы получаем более полную информацию о пуле клеток, которые не отреагировали на неоадъювантное лечение. Также необходимо определять молекулярный статус опухоли в рецидивных и метастатических узлах, доступных для исследования, поскольку в ряде случаев речь может идти о другой опухоли с другим гистологическим и иммунным профилем. Спасибо за внимание. Спасибо, Яна Владимировна. Спасибо. Спасибо, Яна Владимировна. Очень подробный, всеобъемлющий, замечательный доклад –